Корм для животных и птиц. В Азербайджане начался сбор кукурузы. В полях побывала Хаяла Юсипзаде. Столбом, и кроме машин в поле никого. Так убирают кормовую кукурузу. За день комбайн обрабатывает 30-40 гектаров зерновых. Эхтибар Гулиев – один из лучших комбайнеров. А ведь сел за штурвал всего 2 года назад, после того, как увидел в райцентре новые уборочные машины. Мне помогло то, что ранее работал в автосервисе. Конечно, здесь другие запчасти и принцип управления, но машина есть машина. В случае небольших поломок механизаторов не вызываю, чиню сам. Это экономит время. Машины прямо на поле отделяют зерна от початков. Смена и готова. 10 тонн урожая. Початки мы не убираем с поля, они превратятся в органические удобрения. Товузский район находится в предгорной зоне, где самая плодородная почва – чернозем. Идеальное место для выращивания зерновых. В нашем районе более 3500 гектаров засеяно кукурузой. Метод полива используем капельный. Вода попадает прямо в зону корня растения. Порции регулирует дозатор. Это экономит и воду, и способствует хорошему урожаю. В этом году аграрии рассчитывают собрать почти 4 миллиона тонн зерновых. Это на 500 тысяч тонн больше, чем в прошлом. Часть урожая пойдет на корм коровам, другая – на экспорт в Грузию. Хаяла Юсипзаде, Афган Афганзаде, Фуат Гасымов, Мир 24.